Стоп-наркотикам и распространению ВИЧ. Одесская мэрия обсудила возможность усиления контроля над детьми и молодежью. К работе подключат общественные организации, которые будут заниматься социализацией больных. Также реабилитационные центры и ЖКС. Они в первую очередь должны отслеживать рекламу наркотиков на фасадах домов. Кроме того, в рамках программы «Здоровье» предусмотрены мероприятия по профилактике и диагностике ВИЧ-СПИДа и обеспечению таких людей лечением. Реализуются программы помощи и поддержки больным туберкулезом и наркоманов. Здесь присутствует, Ирина сказала, ЖКСы, наши подразделения. Они могут рассказать, как часто и сколько уходит времени на то, чтобы постирать то, что написали за ночь. Если будет необходимо, будет принята городская программа, конкретно в этом направлении. Не только, или дополнение будут той программе, которая существует, отдельным разделом. Потому что либо они еще не знают об этом, но вот мы столкнулись с нашими швейцарскими коллегами, европейскими коллегами, что такое соли, вот спайс и все, что с ними связано, они не совсем понимают, о чем идет речь. У них основное направление – это инъекционные наркотики. Одесса всегда занимала ведущее место в Украине по темпам распространения заболевания. Область тоже держит пальму первенства в стране. Вирус иммунодефицита обнаружили у более чем 30 тысяч жителей города.